Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24-го каналу. Представляю вам і собі нового нашого гостя. Це Роман Анін. Довший час був кореспондентом відділу розслідувань «Новая газета» і засновник «Важної історії». Роман, здравствуйте! Да, добрый день. Роман, в первую очередь, чтобы наши зрители постоянные и новые знали точно, где вы работаете. Вот важная история. Вы основатель. Насколько я знаю, сначала вас в 21-м году признали иноагентом, а потом, ну, буквально несколько недель назад, завели Следственный комитет уголовное дело. Хотел бы в первую очередь спросить, Роман, если это вот лакмусовый бумажка того, что вы все правильно делаете. То, что вы делаете, оно бьет по Кремлю и по теперь вот власти в Кремле, которая сейчас есть. Ну, я предполагаю, что вы правы, потому что тот дело, о котором вы упомянули, это не первое и точно не последнее дело. Я в 21-м году был вынужден уехать из России после того, как спецслужбы провели обыск у меня и в офисе важных историй, ну и, в общем, было очевидно, что они себе поставили целью меня посадить. И дело расследовалось на протяжении многих лет, ну а вот несколько недель назад они решили объявить меня в общероссийский и в международный розыск. Это уже не считая того, что важные истории были признаны нежелательной организацией. Это значит, что любой журналист, который сотрудничает с этим, с моим изданием, может стать фигурантом уголовного дела. Что, на мой взгляд, также говорит о том, что мои коллеги делают очень важное дело, раз Кремлю настолько это вредит, что он решается нас объявить незаконно. Да, Роман, в одном из последних интервью вы сказали, что до сих пор не можете поверить, что вот Россия осуществила вторжение в соседнее государство. Хотел бы вас спросить, насколько вы считаете, насколько россияне или количество россиян там, в процентном соотношении понимают, что это не есть какая-то защита Отечества, не защита от такого от грозного врага, как НАТО, а это есть вторжение, это есть геноцид соседей своих и просто такая циничная война. В этом интервью, о котором вы упомянули, я говорил про 2022 год. Меня тогда спросили, мог ли я поверить, что Россия вторгнется в Украину, и на момент 2022 года, несмотря на то, что многочисленные источники говорили, что это произойдет, я как человек, который неоднократно бывал в Украине, у меня семья оттуда, человек, который там родился в Молдове и который долгое время жил в России, то есть я могу сказать, что просто по своему житейскому опыту понимал процессы, которые происходили на уровне людей, да, не на уровне властей, а на уровне людей в этих трех странах, я не мог до конца поверить, что в 2022 году Путин решится на вторжение. И главное, почему я в тот момент в это не верил, как раз заключалось в том, что мне казалось, как человеку, как повторю, родившемуся в Молдове и многое время проводившему в Украине, что просто российский народ не примет эту войну из-за того, что миллионы украинцев живут в России, миллионы россиян имеют родственников в Украине. И мне казалось, что народ просто это не примет, а Путин, как человек, который заботится о своих рейтингах, в общем, на это не пойдет. Оказалось, вынужден признать, что я был неправ. И на момент 22 года я не очень хорошо понимал российский народ, потому что, как показывали цифры в начале полномасштабного вторжения, ну и, в общем, они примерно то же самое показывают и сейчас, огромная доля россиян поддерживают эту войну, поддерживают этот фашистский режим. Хотя есть, на мой взгляд, бытует такое заблуждение в Украине, да и среди многих людей в России, что большинство россиян поддерживают войну. На мой взгляд, это не совсем так. Если посмотреть на социологию, там есть этот такой трехслойный пирог. Процентов 15-20 россиян, безусловно, заболели фашизмом и, судя по всему, неизлечимы, как их там, предшественники в нацистской Германии. Процентов 15-20 россиян — это те самые, вы можете смеяться над этим, может, нет, хорошие русские, которые понимают, что это вторжение, что это геноцид украинцев, что это катастрофа и для самой России. А все, что посередине, вот примерно процентов 40, это люди, которые отказались от своих политических прав, которые пошли на такой негласный общественный договор, в котором они пообещали Путину, что они не лезут в политику, а Путин пообещал им, что гарантирует им более-менее стабильную, спокойную и сытую жизнь. Вот они продолжают
в этой апатии, в этом парадигме этого общественного договора жить, хотя на самом деле Путиным он давным-давно был расторгнут и не выполняется, но россияне, вот эти 40% посередине, они как бы продолжают этому следовать, и у них позиция такая, ну, война идет, наверное, это не очень хорошо, но раз Путин это затеял, значит, это для чего-то нужно. Вот, вот примерно такая социологическая картина, на мой взгляд, сейчас происходит в России. Но все же, Роман, эти 40%, они вне политики, да, они якобы живут своей жизнью, как вы говорите, да, дает им хлеб каждый день, грубо говоря, но они где-то понимают, да, что это никакой не защита Отечества. Вы знаете, мы с ними разговариваем, мы стараемся постоянно ездить по российским регионам и маленьким городам и рассказывать о жизни в этих городах. По многим причинам, главная причина просто для того, что, знаете, я скажу с того, что журналист иногда должен подставлять людям не микрофон, а зеркало. И вот мы, когда по этим городам ездим, разговариваем с людьми, в том числе, которые активно поддерживают войну, мы им подставляем зеркало для того, чтобы они посмотрели на себя со стороны и послушали, что они несут. И во многих случаях мы знаем, что этот метод работает эффективно, потому что люди меняли свою точку зрения, дети нам писали, что родители перестали поддерживать войну, когда узнали, что там происходит. Некоторые солдаты российской армии, мы точно знаем эти случаи, они нам рассказывали, покинули ряды российской армии, посмотрев наши видео. То есть это все работает. Но среди этих 40%, если уж мы будем, если мы хотим быть точными, там, наверное, тоже где-то так половина людей, которые скорее войну поддерживают, потому что им не нравится сама война, но они исходят из того, что они доверяют Путину. Вот. А другая половина скорее войну не поддерживает, скорее Путина не поддерживает, но они больны этой апатией, которая насаждалась, на самом деле, Кремлем сознательно на протяжении этих 20 лет, потому что нет более послушного народа, чем народа, который болеет апатией, который не верит в самого себя и который потерял во многом свое достоинство. Мы об этом можем поговорить подробнее. Но на самом деле, как только люди идут на эту сделку с дьяволом, а именно на этот негласный общественный договор, что мы отказываемся от своих политических прав в обмен на что-то, неминуемо происходит потеря достоинства и вот та апатия, которую я пытаюсь описать. Да, Роман, вот скажите, пожалуйста, опять-таки, да, когда я готовился к разговору с вами, вы тоже сказали в одном из интервью, что перемен в Российской Федерации не будет, пока жив коллективный Путин. Вот именно коллективный Путин, я вспоминаю слова большого друга Путина, да, бывшего премьер-министра и магната, медиамагната Италии Сильвио Берлускони, он когда-то сказал, что Путин это не личность, именно Путин это не человек. Путин — это система. Вот у меня вопрос, Роман. Вот после Путина что-то, вы думаете, изменится? Потому что многие говорят, что может быть хуже, потому что есть такие, как Сечин, Патрушев, ну, правда, уже Патрушев немножко отошел, тоже можем об этом поговорить. Вот Путин — это система исчезновения, вот моделируем ситуацию, исчезновение Путина что-то меняет? Исчезновение Путина, безусловно, меняет, потому что это классический персоналистский режим, построенный вокруг одного вождя, вокруг, как говорят в итальянской мафии, капо ди тути капи, и как раз Кремль и режим сегодня, он скорее напоминает мафиозные такие клановые структуры, чем государство. И, безусловно, когда умирает или ликвидирует главного босса мафии, то происходит внутри этой мафиозной системы хаос, потому что есть канцельери, которые претендуют на власть, есть различные бригадиры, которые претендуют на власть. Если мы посмотрим на сегодняшнюю путинскую систему, да, назовем это путинскую мафию, то мы увидим ровно то же самое, даже в фигурах. Да, есть канцельери в виде Ковальчука, который вроде бы всесильный просто потому, что проводит огромное количество времени возле Путина и даже считается таким его самым важным советником. Одновременно с этим многие наблюдатели, да и я, замечают, что у него отсутствует физическая мощь в плане каких-то бригад, которыми он может руководить. А в такой хаотичной системе, как Россия, насколько бы она ни казалась монолитной со стороны, в конце концов все решает физическая сила. То есть тот, у кого братва, простите, многочисленнее и сильнее, тот и победит. И Ковальчук, конечно, может быть намного умнее и там хитрее, чем условный Золотов, но у Золотова есть огромная Росгвардия с танками. И, конечно же, внутри этой мафиозной системы огромное количество противоречий, которые развивались на протяжении всех 20-25 лет, во время которых Путин управляет Россией.
Поэтому с его смертью уходит такой очень важный баланс. Посмотрите, ведь на протяжении всех этих лет, как Путин управлял? У него были эти кланы, которые друг с другом воевали. Mm-hmm. Чемизов там воевал, не знаю, с Патрушевым, да, Сечин воевал с Медведевым. Они друг друга, правда, ненавидят. Золотов ненавидит Патрушева и Бортникова. И они друг друга все время, что называется, но такими подковерными средствами возбуждали уголовные дела друг против друга, да. И Путин выступал в этой системе как арбитр, который либо примирял стороны, либо вставал на чью-то из сторон. Если этот арбитр уходит, то, безусловно, все участники этого процесса понимают, что победа одного из конкурентов означает неминуемую гибель, ну или, по крайней мере, потерю активов и потерю влияния, что равносильно гибели, конкурентов. И поэтому, конечно, каждый будет стремиться ухватить как можно больше власти. И со смертью Путина, если они между собой не договорятся, в Россию, безусловно, ждет хаос. Способны ли они договориться? Я по состоянию на сейчас полагаю все-таки, что нет. Но история знает много примеров, когда происходили какие-то чудеса. И, в общем, и происходили чудеса. На этом можно поставить точку. Кстати, о том, о влиянии, о сравнении с мафией, мы понимаем, вот вы сказали, да, Роман, что, как и в кланах мафии итальянской, всегда есть какие-то группировки, их еще называем, да, башни Кремля. Вот сказали, с уходом, с отстранением Патрушева Путин якобы немножко опустил все кланы и опять стала сильнее вертикаль власти. Согласны вы с этим? И только, как вы считаете, кто сейчас наиболее влиятельный человек после Путина, если такой человек один есть? Смотрите, не произошло никакого усиления. И, безусловно, смотрите, надо смотреть на то, кто теряет свои позиции, на то, кто свои позиции приобретает в этой вертикали. И тогда, в общем, будет понятно примерно, к чему идет режим. Вы знаете, еще давно, там, до начала полномасштабного вторжения, когда меня там просили сравнить или там описать, особенно зарубежные коллеги, что происходит в России, я всегда приводил в пример потрясающий роман Габриэля Гарсия Маркеса «Орден патриарха». Да? На тот момент, там, до 2022 года, я не очень понимал просто, в какой части романа мы находимся. Находимся ли мы в начале, в середине или в конце. И сегодня, на мой взгляд, уже очевидно, что мы находимся в конце этого романа. Никакого там отстранения Патрушева, Шойгу, Трутнева и многих-многих других людей, которые составляли, были такими столпами этого режима, конечно же, не свидетельствуют о его усилении. Ну, давайте просто смотреть на вещи здраво. В воюющей стране, в воюющей армии, если ты снимаешь министра обороны, если ты снимаешь людей, ключевых людей, которые отвечают за обеспечение армии, которые отвечают за разведку в армии, то ты, очевидно, недоволен тем, что происходит на фронте. Это первое. То есть это скорее говорит об ослаблении режима, чем его усилении. Теперь посмотрим, кто возвышается. Возвышаются люди, которые на протяжении 20 лет за Путиным в прямом смысле слова носили горшки, да, ночные горшки. Дюмин стал у нас секретарем Государственного совета, такой важнейший орган, который появился с изменениями в Конституцию, которые Путин, в общем, незаконно принял. Напомню, что Дюмин — это просто был человек, который долгие годы просто был охранником. Но представьте, что вы себе наняли охранника, задача которого — не допустить, чтобы кто-то вам набил морду. Вы 20 лет ходили с этим охранником, потом посмотрели на него и решили, а почему этому охраннику не стать великим государственным деятелем? Да? И вот он у вас стал секретарем Госсовета. Другой пример. Сейчас главный человек в России, который отвечает за все кадры, за все кадровые назначения, это помощник президента Дмитрий Миронов. Это бывший адъютант, которого иногда ошибочно называют охранником, на самом деле он адъютант. Человек, который 20 лет буквально спал в соседней комнате и выполнял любое поручение и просьбу царя. Я думаю, там нужно было слетать в Финляндию, купить йогурт Людмиле Путиной. Это я сейчас не выдумываю, реальный пример привожу. Вот его, соответственно, посылали, слетай и купи йогурт. Нужно было там вынести ночной горшок, он выносил горшок. Этот человек отвечает за кадры. Если вы посмотрите на то, кому отходят отобранные у собственников активы, сейчас же в России идет такая активная стадия деприватизации, да, когда забирают предприятия, либо у государственных, либо у бывших там, иностранных собственников, либо у тех, кто, по мнению российских властей, не, там, сделал что-то плохое. Часть этих активов отходит таким фронтменам охранника Путина Рубежного. Итого, мы видим значительное усиление охранников. О чем это говорит? Это говорит о том, что Путину в целом просто некому больше доверять. Вот он в прямом смысле слова доверяет тем людям, которые ходили рядом с ним с пистолетом, и его не убили, да?
А всем остальным он просто не доверяет. Это тот самый там, конец осени патриарха, когда они в скором времени, думаю, начнут на блюдах подавать своих противников, ну или массово их сажать по тюрьмам. Я, честно говоря, еще в конце прошлого года был уверен, что России ждут такой широкий масштаб репрессий уже не только в отношении рядовых граждан, но в отношении людей из окружения Путина. И, в общем-то, мы это сейчас наблюдаем на примере многочисленных посадок людей из Министерства обороны, и уверен, что мы еще увидим немало подобных примеров. Да, мы вот говорим о том, Роман, кому Путин может доверять, и то, что это вот таких людей не очень много. И хотел бы я вспомнить экономический форум в Санкт-Петербурге, где выступали две дочери Путина. Как вы считаете, может ли быть такое, вот в первую очередь, почему он их не светит, почему он их не признает, какая мотивация? И второе, не пытается ли он сейчас их протолкнуть как людей, которые впоследствии могут принять от него трон? Я думаю, что главное, о чем он жалеет в своей жизни, это, конечно же, о том, что у него нет сына. Потому что, учитывая параноидальное недоверие ко всем, главный человек, которому бы он мог доверить свой трон, это был бы член его семьи. Но проблема в том, что у него две дочки. Безусловно, я думаю, что российское общество, в силу того, что Путин его ровно и превращал в такое традиционалистское, да, общество, оно, конечно же, вряд ли примет женщину-президента, и думаю, что Путин это сам хорошо понимает, поэтому я не верю, что он видит в своих дочерях, ну, в первую очередь, в старшей преемников. Хотя, безусловно, они занимают важное место в этой властной системе, особенно Катерина Тихонова, она была и там жената, замужем, простите, за сыном одного из ближайших соратников Путина, кстати, тоже отстраненным, имею в виду Шамалова. Но сейчас она активно вовлечена в производство беспилотников в России, поэтому самым прямым образом участвует в агрессии России против Украины. Да, Роман, я также хотел бы вас спросить, вот как вы считаете, какова истинная цель Путина в этой войне? Это просто территории, это уничтожить Украину или оставить Украину и подкорить себе ее? Потому что то, что сейчас делает Россия в Украине, мы понимаем, да, это геноцид в первую очередь, и это убить электричество, чтобы не было воды, не было газа, чтобы люди, думающие люди, люди, которые умеют анализировать в первую очередь, они искали лучшую жизнь и бежали. И оставить такую серую зону, где можно потом накладывать, насаживать все, что хочешь. Можно объяснять, можно пропагандой легко вкладывать в рты. Безусловно, если говорить про цели, то эти цели постоянно менялись. Давайте вспомним даже не начало полномасштабного вторжения, а что было перед этим. Путин, как сам, так и через своих пропагандистов, Соловьевых, грозил западному миру. Они не просто там требовали что-то в Украине, да? Они требовали, чтобы НАТО вывела свою инфраструктуру до границ, по сути, Варшавского договора. Да? Uh-huh. Это был ультиматум, это был такой прямой ультиматум Западу. Отойдите, иначе будет плохо. Ну, значит, на его взгляд, Запад этот ультиматум не принял, и тогда он решил вторгнуться в Украину. Опять же, вспомним, что тогда они говорили, 3 дня, 5 дней Киев, затем до Львова, а там грозим Польше и странам Балтии. Да? Этого тоже не случилось. Потом, опять же, официально они заявляли, что их цель – это пробить сухопутный коридор в Крым и выйти вплоть до границ Приднестровья, таким образом оккупировав там весь юго-восток Украины. Опять же, провал. Сейчас они это все равно заявляют своей целью. Да, Путин выдвинул новый ультиматум в связи с тем, что нужно ему отдать оккупированные территории, на которые, конечно же, никто не пойдет. Но вот он живет в таком мире, в котором полагает собственный мир, это сейчас не моя выдумка и не моя цитата, я использую цитаты тех западных политиков, которые с ним общались накануне вторжения, и которые описывали его состояние, как человек живет в своем мире. И, в общем-то, если мы посмотрим на такие разрозненные цитаты разных людей, которые с ним общаются, мы сможем себе довольно явно представить такой психологический портрет человека.
Опять же, в начале полномасштабного вторжения, по-моему, Лавров тогда, видимо, будучи сам удивлен, что произошло, проговорился, что когда вы спрашивали, с кем советовался Путин, когда принимал такое решение, он сказал, что он советуется там с тремя людьми: Петром Первым, Екатериной Великой и Иваном Грозным. Вот Путин видит себя такой исторической личностью, которая находится на одном уровне с вышеперечисленными людьми. Беда в том, что он по своей сути не то чтобы рядом не валяется, да, это нужно понимать психотип этого человека. Это приблотненный чекист из 90-х Петербурга, который там где-то что-то украть, где-то кому-то там порешать, где-то там... При этом влиятельный. Он, конечно же, в Петербурге тех времен умудрился наворотить очень много дел. Он оставил целый город без продовольствия, когда отвечал за программу сырьё в обмен на продовольствие в 92-м году, и город Питер просто голодал, а при этом там ценные всякие металлы и иное сырье вывозились братвой за границу, по сути, бесплатно. Затем отвечал за приватизацию, подарил тоже самым жестоким преступным группировкам Питера и порт, и нефтяной терминал, и заправочные станции, чего только не подарил. Это вот психотип этого человека, да, такой приблотненный чекист, который сидел в прихожих, в приемных у влиятельных криминальных авторитетов, который затем... Напомню, возомнил себя Иваном Грозным, Екатериной Великой и Петром Первым. Вот он таким себя видит, и поэтому, что бы он ни пытался сделать, это все приводит на геополитическом уровне. Сейчас это все приводит к таким результатам. Но беда в том, что у него есть огромное преимущество. Во-первых, он не соблюдает никаких правил игры. И вы правильно заметили, вот он занимается тем, что полутонными бомбами просто сносит с лица земли некогда миллионы Харьков, да? И ему ничего за это, он может себе позволить. Он может себе позволить набрать там полумиллионную армию, 30 тысяч человек просто убить под Авдеевкой, это спальный район Москвы. И ему ничего за это, да. Вот пользуясь этим преимуществом и, самое главное, ядерным зонтиком, да, он как тот гопота, который приходит к вам во двор или к вам домой и говорит: да, я так делаю, и что вы мне сделаете? Вот он, уверовав в эту вечную защиту, которую ему гарантирует ядерное оружие, позволяет себе творить что угодно. И, к сожалению, пока его останавливают только вооруженные силы Украины, а другая часть света, судя по всему, все еще не понимает, с кем имеет дело. Вот, кстати, Роман, хотел бы спросить, не понимает Запад и партнеры Украины? Я бы не сказал союзники, а именно партнеры. Потому что союзники иначе бы действовали. Mm-hmm. Вот, не понимает или наоборот, они прекрасно понимают, чем занимается Путин, и вот пытаются как-то оградиться от этого, понимая, насколько это, как вы говорите, человек, существо, которое не играет ни по каким правилам, поэтому именно вот Запад не хочет, чтобы Россия проиграла и не дать упасть Украине, потому что тогда будут непосредственно страны Евросоюза и НАТО. Вот они пытаются найти, здесь неуместно, конечно, сказать «золотая серединка», потому что здесь золото и не лежало, но вот такой вот какой-то баланс уничтожения вооруженных сил и Украины, и оккупационных сил России. Ну, к сожалению, это так, это большая трагедия, потому что за эту нерешительность и за эти, в каком-то смысле, игры своими жизнями же платят украинцы. И я с вами согласен, что, может быть, на Западе есть понимание, с кем они имеют дело, но есть боязнь стратегического поражения в России, потому что есть непонимание, что может быть с этой огромной территорией в случае, если этот режим падет. А как режим не применит ли ядерное оружие? То есть, безусловно, все эти страхи на Западе есть. Но есть вот какая проблема. Проблема состоит в том, что, не понимая вот психотип этой гопоты питерской, которая пришла к власти, абсолютно лишенной всякой морали и запретов, они полагают, что смогут с этой гопотой где-то посередине договориться. У меня все-таки есть такое ощущение, что это все равно оттягивание неизбежного. А неизбежно это, если Запад все-таки не желает, чтобы Украина эту войну проиграла, а на мой взгляд Запад этого должен не желать еще и просто в силу того, что если вы даете такому злу победить, то вы это зло, безусловно, делаете сильнее, и, может быть, зло по состоянию на сейчас и не в состоянии
идти там на страны Балтии и Польшу, но тем не менее победа такого зла делает сильнее его многочисленных союзников, имею в виду Китая и Северной Кореи. В общем, потом Западу придется иметь дело с гораздо большей проблемой. Но это такой, на самом деле, знаете, мой в каком-то смысле дилетантский взгляд, потому что я не очень люблю эти рассуждения геополитики, и все, чего бы мне хотелось, это чтобы просто поскорее произошло осознание, что оттягивать сложное решение невозможно, его все равно придется принять. Чем больше вы его оттягиваете, тем больше страдает Украина, а принять решение все-таки нужно. Эти люди должны быть остановлены, иначе беды да, будут гораздо Роман, больше. Роман, а что вы имеете под словами «важное решение»? Сложное решение. Я имею в виду сложное решение наконец-таки определиться с тем, что Украина должна в этой войне победить, а Россия должна, российский режим, российская армия должна в этой войне проиграть. Я не знаю, где будет проходить та линия, по которой, на которой стороны остановятся, но тем не менее это должна быть такая линия, на мой взгляд, повторю, которая бы очевидным образом указывала на то, что Путин эту войну проиграл. Если российское население также осознает, что Путин эту войну проиграл, то, на мой взгляд, режиму придет конец, потому что, ну, по крайней мере, это сильно его ослабит. Потому что ничто так не портит его рейтинги, как плохие новости с фронта. А, да, Роман, а вот вам не кажется, что настолько сейчас все в России заточено под военно-промышленный комплекс, что окончание войны, неважно, поражение или победа, все равно эти процессы уже необратимы. Я имею в виду, что до окончания войны с экономическими показателями и то, что сейчас осуществляется, не может вернуться назад в мирную жизнь в России, потому что, опять-таки, все деньги идут на ВПК, все идет на авиабомбы, и в мирной жизни нужно объяснять, почему вот там в половине городов нет газа, да, мы гигант, я имею в виду Россия, гигант и монополист газа в мире, а газа нету, нет... Ну, вообще ничего нет в многих городах, да, живет Питер, живет Москва, еще несколько городов плюс-минус, а все дальше это каменный век. Ну, это, конечно, не совсем так, все-таки я поездил по России, и в том числе был в Сибири, и там есть вполне себе промышленные и развитые города, хотя, безусловно, там проблема бедности, изношенность инфраструктуры, отсутствие дорог, она безусловно, есть. Я так понимаю, что ваш вопрос, в общем-то, состоит в том, что, учитывая те данные, которые мы видим, экономические данные, Путин может себе позволить еще воевать очень долго. На этот счет есть две точки зрения. С одной стороны, действительно, ну, давайте первое, сейчас оставим в стороне экономику и поговорим про политику. Действительно, пока Путин у власти, он заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась, по сути, вечно. Потому что кроме войны ему предложить российскому населению нечего. Нет, ну, и никакой программы. И во многом, честно говоря, я думаю, и мои собеседники в России, в том числе там, источники из спецслужб, они соглашались с моей точки зрения, что попытка быстрого захвата Украины, почему она называлась спецоперацией, потому что это в том числе была такая попытка перезапустить Путина и перезапустить его режим, потому что, посмотрите, это очень любопытно, посмотрите на социологию, каждый раз Путин принимал решение о вторжении, о военных вторжениях в тот момент, когда его рейтинги находились на самых низких значениях. Я имею в виду и 2008 год Грузия, и 2014 год Крым, и 2022 год вторжение полномасштабное в Украину. Почему он так делал? Довольно очевидно. Если диктатор на протяжении всего своего правление использует военные методы, и они у него более-менее успешно проходят, а западный мир никак на это не реагирует, я имею в виду вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 в Крыму, да, санкции ввели, но не сказать, что они сломили Россию, то он, безусловно, поймет, что если два раза прокатило, то почему бы не пробовать в третий раз, да? И на это у них был расчет. Смогут ли они долго... Это вот про политику, почему было принято такое решение. Экономически смогут ли они так воевать еще много лет? Часть экономистов, да, говорят о том, что у них запас прочности довольно
экономически довольно большой, и они, разогнав ВПК, смогут еще долго производить что-то для того, чтобы воевать. Я, честно говоря, в это не сильно верю, и скорее доверяю второй части экспертов, которые говорят, что... И на самом деле их утверждения, этих экспертов, они отчасти подтверждаются интервью, которые дают приближенные к Путину. Например, Чемизов не так давно дал интервью РБК. На Чемизов, я напомню, что Ростех поставляет 80% военной продукции для войны. Так вот, в этом интервью вы не увидите никаких оптимистичных заявлений и уверенности в том, что они так могут просуществовать еще много лет. Он, по сути, жалуется на то, что они работают в убыток, на то, что они работают на предельных мощностях. Помимо этого, посмотрите на то, сколько сейчас российские регионы предлагают контрактникам за то, чтобы те отправились на войну. Это рекордные цифры. В самом бедном регионе России, в Карачаево-Черкесии, если я не ошибаюсь, за подписание контракта и отправку в Украину обещают уже больше 1 000 000 рублей. Это значит, что небольшие проблемы с набором людей, это значит, что они всяческими там, способами, например, деньгами пытаются привлечь как можно больше. И я не думаю, что этого хватит на бесконечное количество времени. Я думаю, что все-таки и у России тоже этот ресурс ограничен. Но опять же, здесь всегда нужно говорить «но». Он может быть ограничен, но Украина и до начала полномасштабного вторжения, и по человеческому мобилизационному ресурсу, и по экономическому, и по промышленному ресурсу, конечно же, была, конечно же, уступала России. И вопрос в том, насколько еще долго там, вооруженные силы Украины смогут также героически противостоять этой огромной военной машине, которая превосходит и превосходила их именно количественно в разы. Надеюсь, что вот это возвращает нас к разговору про Запад. Надеюсь, что помощь не уменьшится, и это позволит одержать Украине победу. Да, Роман, и последний вопрос. Хочу вспомнить посла Эстонии в Украине, зовут ее Аннели Кольк. Она считает следующее, что Россия никогда не станет демократическим государством. Она говорит, что уже шансы были в 91-м году, все пошло в другую сторону. Как вы считаете, есть ли в будущем какие-то предпосылки к тому, что вот Россия будет соседем, который не будет угрожать своим соседним государствам? Вы знаете, я все-таки, как человек, который 15 лет прожил в России и работал в «Новой газете», который в планерочной, это место, где проходили планерки, висели портреты убитых журналистов. Все эти люди с там, 2000-х годов, 6 человек, все они, в общем, отдали свою жизнь за то, чтобы россияне имели право знать правду, да? Я знаю немало людей, россиян, которые сели просто на немыслимые сроки в тюрьму и живут там, живут, если выживают, там, в неимоверных пыточных условиях. И я знаю, что 15-20% населения России выступает против этой ужасной войны. И, безусловно, это не большинство. Тем не менее, это десятки миллионов человек. И я, конечно же, не верю в то, что это меньшинство сможет своими силами переломить режиму хребет. Нет, не сможет, потому что режим по состоянию на сейчас намного сильнее. Однако я полагаю, что тот хаос, который может возникнуть внутри режима во время той смены, которую вот мы обсуждали, во время этой войны кланов, он может, и такое бывало в истории, выдвинуть на первые роли совершенно неожиданные фигуры. Те фигуры, которые просто какими-то своими утверждениями, какой-то своей позицией приобретут массовую поддержку. Вокруг них сложится некий консенсус. Безусловно, это сценарий чуда. То есть, если вы меня спросите, верю ли я в то, что вероятность этого, что этот сценарий наиболее вероятен, нет, не верю. Я полагаю, что этот сценарий один из наименее вероятных сценариев. Но вероятность того, что Россия все-таки изменится и станет иной страной, она не равна нулю. По крайней мере, я в это хочу верить. Потому что я не верю в историю про
генетически ущербные нации. Ну, в общем, любой человек, который в это верит, он, по большому счету, недалеко ушел от нацистов, от фашистов и от текущего путинского режима. Нет генетически ущербных наций. Но проблема в том, что в России могло все пойти по иному пути, и не только в 90-е. Например, в 2011 году, когда были массовые протесты. Кстати, заметьте, это ведь очень интересно, что эти процессы, они происходили в России и в Украине примерно в одно время. Я имею в виду революцию достоинства на Майдане в 2013 году и многочисленные протесты в России в 2011 году. И, к счастью, революция достоинства на Майдане победила, что привело во многом случае к власти, да, или вывело в элиту, да, людей, которые выбрали этот европейский путь развития, демократический путь развития Украины. И, в общем-то, уверен, что Украина сегодня была бы, конечно, иной страной, если бы не вторжение соседа. А в России в 2011 году это движение продемократическое, прозападное, оно потерпело жестокое поражение, просто люди были массово посажены. Но тогда проявили лидеры протеста большую солидарность и друг с другом, прежде всего, и большую решимость. Я думаю, что и в России все могло бы пойти по иному пути. Но, к сожалению, протест проиграл, и в итоге это привело к тому, что российский фашизм сформировался, ну вот, уже кристаллизовался в то, что мы видели в феврале 2022 года. Да, Роман, большое спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить важные процессы. Ну и вы знаете, чем, как в последнее это говорил вот президент Польши Дуда, он говорил, если ты не хочешь войны, делай сильнее армию. То, что и делает Польша, и я думаю, это ключ к сдерживанию. Да, вот вы говорите, что нет генетически неправильных наций, но всегда эффект сдерживания, он может влиять. И какие бы ни были намерения там соседей, если ты имеешь сильную армию, это может поменять планы на этих соседей нападать. Большое спасибо вам за этот разговор. Вам спасибо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Роман Анін, засновник видання «Важної історії».